Здравствуйте, вы на канале Бегитон. Мы продолжаем говорить о базовых вопросах на старте своего дела. В следующих выпусках речь пойдет о большой теме, о бизнес-планировании. И вот в каком ключе. Давайте кратко вспомним один из предыдущих эпизодов. Как планировать? С чего начать план? Я предлагаю немножко расширить этот вопрос и поговорить о планировании как части восприятия себя во времени и вообще понимания времени и то, как мы этим временем в своей повседневной жизни управляем. Время. Как нам ставить в связи с этим цели, каким образом распределять их в временной перспективе. Ведь любое планирование так или иначе связывается с вопросом распределения и временных ресурсов. Свой бизнес, особенно на старте, требует достаточно много вложений, и мы стараемся максимально все учесть. Но зачастую упускаем расчет временных ресурсов, временных вложений. Вот сколько времени реально вы готовы будете потратить на свое дело часов в сутках? 8, 10, 12 или все 24. Но как долго вы сможете этот режим, этот рабочий режим удерживать? Месяц, полгода? Как долго вы сможете не потерять концентрацию и не попасть в ловушку многозадачности? Свой бизнес – это не просто какая-то часть жизни, это образ жизни. И поэтому, начиная бизнес-планирование, очень важно понять, какой сегодня режим, ритм рабочий, трафик решения задач для меня наиболее эффективный и удобный. Поговорим немного о режиме. Мы всю жизнь подстраиваемся под режим каких-то людей, организаций или учреждений, начиная с детского сада, школы, университета, вуза, работы по найму. Мы все время находимся в временных границах, которые нам кто-то диктует и предлагает. И вспомните, сколько времени было потрачено там впустую, сколько действий вы совершали, чтобы просто скоротать там время, и сколько, может быть, было упущено возможностей, когда кто-то торопил вас и говорил: сделай это быстрее, и вы не могли решить эту задачу эффективнее, или говорил: нет, подожди, еще не вовремя, еще не время для твоих идей. Так, а как обстоит дело сейчас? Кто сегодня контролирует ваш режим и, соответственно, контролирует ваше время? Каким образом вы оцениваете свой рабочий режим, свой рабочий ритм как наиболее эффективный, и под кого вы при этом подстраиваетесь? Итак, попробуем провести ревизию наших временных ресурсов. Попробуем составить такой большой список всего того, что занимает наше время. В течение дня, в течение недели, в течение месяца я бы попробовала перечислить все-все, на что я трачу свое время. На приготовление еды, на работу, на домашние дела, на тех людей, которые требуют постоянного внимания, друзья или близкие родственники. От режима, каких учреждений я завишу, например, от времени работы транспорта или моего магазина рядом с домом. Соблюдаю ли я какие-нибудь религиозные ритуалы или принимаю лекарства. То есть все те задачки, которые в течение дня у нас стоят, все эти наши повседневные, обыденные, да и необыденные цели, хорошо бы их записать, так резюмировать, составить большой список. Что сделать дальше? Разделить их на 4 группы. Первое. В первую попадет все то, что связано с доходом. Вот все, что приносит нам доход, так или иначе, попадает туда. Даже если это, не знаю, изучение английского языка, может быть, вы каким-то образом потом сможете этот навык монетизировать. Все попадает в этот список. Группа вторая. Это наш отдых. Это все те дела, которые связаны с восстановлением сил. И третья группа – это наши крайние удовольствия и крайние неудовольствия. Может быть, какие-то вредные привычки, любимая компьютерная игра или курение. Ведь на перекуры мы тратим в течение дня достаточно много времени. Но не отказываемся сейчас, потому что все-таки мы получаем это удовольствие. Может быть, когда-нибудь это произойдет, но не сейчас. И точно так же мы не можем отказаться от крайних и неудовольствий. Это могут быть, не знаю, длительные, занудные совещания на работе. Да, это данность, с этим ничего не поделаешь. Вы находитесь сейчас в этом контексте. Или это встречи с тем родственником, которого вы очень не любите и не хотели бы его видеть. В общем, эти крайние удовольствия и неудовольствия, мы от них отказаться не можем, так это наша данность, мы в них существуем. Но вот все, что осталось за скобками этих трех групп, от всего этого можно спокойно отказаться. Подумайте над этим. Может быть, вы тогда сможете высвободить больше времени на то, чтобы заниматься
эффективными задачами, которые действительно решают ваши финансовые вопросы и позволяют вам действительно отдыхать и наслаждаться жизнью. Итак, учет своих запросов и ревизия временных ресурсов – это важный шаг для понимания наиболее эффективного рабочего режима, который свойственен именно вам. А вторым шагом может стать настройка ритма. Настройка ритма, трафика, решения задач. Поговорим немного о ритме. Каким образом мы учитываем в ритмическом нашем рисунке решения задач временные перспективы? Для некоторых людей это выглядит следующим образом. Вот как очередь в супермаркете, например. Мы сидим на кассе, перед нами вереница покупателей. Это наши задачки, мы обслуживаем каждую из них. Кому-то говорим «спасибо большое, ждем вас снова», кого-то отправляем перевешивать товар. Какой-то задачей мы не можем справиться, она нас раздражает. И мы уже ждем конца, завершения смены, чтобы крикнуть «так, вот это крайняя задача, все, за ней не занимайте, я домой отдыхать». Для каких-то людей это выглядит как электронная очередь. Каждая задача получает свой талон, там написано время, дата, код этой задачи. То есть мы таким образом их группируем по тем сферам жизни и деятельности, которые у нас есть. Мы являемся как бы разными специалистами в одном лице и решаем разные группы задач, там семейные, деловые задачи нашего будущего бизнеса, не знаю, консультативные какие-то сферы, не знаю, что угодно. Это всего лишь навсего разные стратегии подхода к выстраиванию такого ритма и трафика решения задач, последовательности решения задач. Это необходимо для того, чтобы оптимизировать нашу работу, выстраивать приоритеты и налаживать такой непрерывный этот поток. И он, мы надеемся, что он не будет сбиваться. Это очень важно, особенно при бизнес-планировании, выстраивании бизнес-целей. Но бывает так, что мы сами, не какие-то внешние обстоятельства, а мы сами этот трафик нарушаем. Мы просто прокрастинируем. Мы делаем все, что угодно, лишь бы не ту задачу, которая нам сейчас нужна. Не думаем ни о той цели, ни о том дедлайне, ни о тех сроках, о каких-то других совершенно посторонних вещах. Как бы делаем вид, что еще времени достаточно, занимаемся чем-то тем, что давно сами, может, и откладывали, но не тем самым важным. В общем, если такая опасность есть, что мы можем сорвать срок, что мы сможем полениться не вовремя, что мы сможем прокрастинировать, эту особенность нашу надо, во-первых, признавать. И, во-вторых, ее надо учитывать в построении нашей будущей бизнес-стратегии, будущих бизнес-планов. Знать, что мы можем что-то сорвать, предугадать это, не попасть в ловушку многозадачности, никого не подвести, не подвести в первую очередь себя. То есть мы выстраиваем не просто какую-то дальносрочную цель, но и промежуточные задачи, промежуточные цели, пункты. То есть если что-то нужно сделать, допустим, к Новому году, это значит, что мы начинаем готовиться не в декабре, а в сентябре. А чтобы в сентябре это начать делать, нужно, чтобы все задачи были решены, все проблемы и дела решены еще летом. Эти два таких простых пункта, связанных с прокрастинацией, связанных с осмыслением своего режима и трафика решения задач, очень важны для того, чтобы запустить бизнес, для того, чтобы мы входили в этот бизнес не как какой-то инородный, чужой ритм, график, а чтобы это соотносилось с нашим внутренним, личным ощущением последовательности жизненных приоритетов, последовательности жизненных целей в том числе, и комфортного, и удобного режима, в котором мы действительно продуктивны. Именно эта продуктивность позволит нам успешно реализовать нашу главную бизнес-цель. С вами была Ксения Лазебная. В следующем выпуске мы поговорим о том, как эффективнее работать с трафиком решения задач и о том, как провести декомпозицию бизнес-целей по времени. До встречи!